Где можешь посоветовать посмотреть пельмешки? В джаз-чате где? Вебка норм, только какое-то жирное пятно на ней. Ах ты сука. Ну, чуть непривычно немного. Ну, это реально не очень прикольно. Может замешать 3-4, а не 1-1 ставить. Наверное, 3-4 замешаю, просто в темпе, если сало будет, то хотя бы затрейдимся, на свете вот медведь будет. 6, здесь получается будет 3-6, да, затрейдить мы не можем. Наверное, it's okay, хотя... Давай меньше. Наверное, it's okay. Причем то, что туалет есть, можно вообще боковать нормально. А можно же докоцать своих, да, это если что трейд будет, мы сделаем так. Сифона дать в 4-6, в темп, блядь, сифон не хочется давать, потому что это очень сильный ремувал. Но с другой стороны, мы сейчас ему 5 урона нанесем, и потом еще раз 5. Потом можно сделать тап, допустим, единичку, обилку. Наверное, сифона дам, просто потому что, почему нет? Если он в лицо пошел, блядь, я ему тоже въебало пойду, если он наглый. Если бы он затрейдился, я бы сделал сейфплей. Здорово, Татарыч. Здорово, привет. Тут, на самом деле, некорректный пример, но какая разница? Кому-то вообще не похуй, разве? Корректный пример или некорректный пример? Ассоциация, блядь. Все... Иноземные вещи надо выиграть на ОТК Варгот Маги. Я лучше, блядь, в туалет лишний раз хожу, чем поиграю в ладдер до патча. Делать вообще нечего. Посмотрел я на этих дурачков, которые на престе долбятся с новой легендаркой. Но это, конечно, пиздец полный. Вообще невозможно играть. Просто там такой кал, блядь, в ладдере. Кстати, можно двойку сначала? Слушайте, можно сначала сыграть единичку? Ебать, гениальный плей, смотрите. Сначала играем единичку. Вытаскиваем Думгуарда. Играем Марлока. Делаем трейд. Вытаскиваем Бомбера. Играем пятерку. Убиваем 2-2. Бьем в лицо. Ебать! Ну это, блядь, что лучший плей. Он мог найти, наверное. Кстати, прикольно сейчас, если он дракона за 8 выстрелит. Я тогда проиграю. Бля, ну что с этим... Пушили делать? Может, Думгуарда сыграть? Но, блядь, Думгуарда не хочется играть. Правильно? Очень просто. Наверное, просто покоцаем наполовину. Вот. Теперь у нас... А, нет, трейда все равно нет. Сделаем примерно так, для того, чтобы какой-то фен не зачистил мелочь, да, и типа сыграем от бетрайлов и... Просто с полувыстрела, можно даже вот так сделать трейд. Кем-то затрейдиться. Ну, блядь, пиздец, меня одна карта забрала весь стол, ну говно. Никакого ремула нет, мне вот почему шаверма такой тупой? Плюс в чат, кто согласен. Бля, я не знаю, ну... Чё, знаю, что ли, блядь? Ну, тупой чел. Что я могу сделать? Ну тупой, я ничего не сделаю с этим. Шурик тупее. Да блядь, две четверки, ну говно. Ну что мне делать, я сейчас проиграю по ресурсам, блядь, восьмерки просто. Раз. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Слушаю, блядь. Я, пожалуй, зайчик, который слушаю, кстати. Так, мы можем вообще сделать тройку, типа, и кинуть Думгварда, пойти все в ебальник, но при этом у нас, скорее всего, вылетит туалет. Если вылетит туалет, ну это не прикольно, но мы сетапим какой-то псевдолетал, да? Наверное, я сыграю Думгварда просто в ебальник. Не знаю, типа, почему нет. Ну, заебал, типа, это терпильная игра. Хиллфайр это почти летал, да? Бля. Это почти летал, между прочим. Прям почти. Ну, наверное, это Hellfire плюс трейд. Hellfire. Трейд. Удар в лицо. И типа цитатом снова летал. Червонец. Дракон. Бля, ну надо червонца играть, блядь. Хотя там сап очень может быть. Если там будет сап, я, наверное, поиграю. Легенду не брал. Я зашел один раз в ладдер, я тильтанул, блядь. Больше не хочу туда заходить. Нет никакого желания, ни малейшего. Тю-рю. Да ты сильный. А ты сильный чел.
Надеюсь, больше ничего не выстрелит. Скра. Хуя себе, блядь. Говно. Пиздец, чат. Ну что это, блядь? 4, 3, ебать, опять 9 сейчас не... А, ну типа дурачок, ладно. Дурачок не ударился лицом в 1-1. Это он зря сделал, в общем. Я бы не убивал динозавра, если что. Я бы не убивал динозавра, если он ударился в лицом, и он бы выиграл игру. А так он, скорее всего, проиграл себе игру сейчас. Смотря, что у него дальше будет. Ну, блядь, конечно, искра мне сейчас может выебать. Жестко. Мне, блядь, дектрекер показывает и мою деку, и то, что вышло одновременно. Как это, блядь, исправить? На совершение арена. Визы карты, настройки. Статистика настройки. Тройку можно оставить на самом деле. Ну, блин, наверное, не хочу. Ну, типа, хочу единичку найти с двойкой. Ну, единичку, блядь. У меня одна единичка в деке. Я наиграю. Ну, скорее всего, ханту проиграю. Не знаю, я не верю, что я ханта выиграю. Просто потому, что у него обилка выебет меня. У меня старт плохой уже. Если только тройка придет, он получше будет. Я не уверен. I'm not sure about that. Тройка нужна. Троек много хороших. Ну, ладно. Двойка тоже норм. Кофту на аукционе купили, нет. Ну, тройку вы топ-деку типа выигрываю, скорее всего. 2-4 с баблом. Ну, блять, у меня нет выбора. Приходится кидать. Это на самом деле не такой плохой сброс еще. Наверное. Могло быть хуже. Бля, ну конечно, конечно! Дефайл. Довольно-таки просто собрать такую деку, там, с слухами, вот этим всем адаптациями и так далее. Собирается крайне просто. Если был бы еще яд, я бы, наверное, проиграл игру, да. А я твоя убивать. Ну что это за рука, блядь? Я что, на куболоке играю в ладере или что, блин? Эксцесс или умиль? Спасибо большое. Сколько будет примерно стоить то, чтобы поиграть в приключение выхода патча? Ну, по-моему, 700 голды за крыло, либо там сколько-то рублей, что-то в таком духе. Там что-то, мне кажется, не больше 700 рублей за все дополнение. Как было с Наксом, по крайней мере. Сюда, блин. Нравится! Нравится! Я, кстати, некротический упырь, если что. Сейчас все классы очень близки друг к другу по силе. Хулиган пишет. Хулиган. Хули кто? Ну-ну. Ой, блядь, ну ты бес, конечно. Ну это, конечно, бес полный. В ханте своей декой. Я скрафтил все золотые карты, уходящие в зал славы. Я получу, получу пыль за все. Ну, за золотые, да? Рука говно, типа. Челся просто... Ставит одно сильное существо, и я отъезжаю в помойку. Ну, если таун топ-декнуть за 9 маны, наверное, не отъеду в помойку. Неплохо. Ой, ебать, это неплохо. И последний раз... О, все, наверное, последний раз табнусь. Хотя, наверное, табаться не надо даже было в этот ход. Делаем дефайл, трейд и делаем пятерку Марлока. У нас еще два микрочела влезают. На сечку девятку ставим, наверное, и типа камбэкаем. Он собака дал, бояться нечего. Не думаю, что зря. Пятерка, главное, что не в лицо полетела. В принципе, это уже норм. Ну, играем от каких-то стен, не знаю, рандомных. Хотя мы хуёво с них сыграли, да, но все же. От них сыграем. Типа надо было поставить ее, блядь, посередине. Ну, да я дал он, короче.
Неприятный, блядь, чел. Довольно-таки неприятный чел, но у меня сифон, в принципе, есть. Да. Могу ли я тут сюда читить? Я не могу. Пока. Удар, удар. Удар, удар. Блядь, такая хуйня, конечно, включается. Ебать, как он это делает вообще, блядь? Научи! Научи, как он это делает! Я не научу, блядь. Не надо дефайл мне было крутить на максимум, мне нужно было на минимум для того, чтобы стенка выжила. Как он это делает, блядь? А у него стенки были вообще? Did you have some стенка? Did you have some стенка? Нет, не должен. Не должен. Ну чё, сосать говно, блядь! Ну, сейчас Дезвинга покажет, я проиграю. Чё он может вообще сделать, чтобы я проиграл? Он, наверное, может сделать каких-то собак... Бля, ну лучший аренер, что ебать сказать. Лучший отыгрыш, сейчас бомбером зарандомлю. Ну ладно, ладно, чат, ладно, ладно, ну ладно. Ну я, он же всё равно снайпил, типа, он же знает, что летал, ну. Он же знал, что летал всё равно.